колонном зале Казанской ратуши прошла церемония открытия международной научно-практической конференции «Историко-культурное и научное наследие астрономических обсерваторий. Формирование выдающейся универсальной ценности объектов». Модераторами пленарного заседания конференции выступили государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев и ректор КФУ Ильшат Гафуров. Астрономическое наследие является величайшим достижением человеческой цивилизации и мировой культуры, исторически связанным со стремлением человека к познанию мира, природы и Вселенной. Астрономические наблюдения были неотъемлемой частью формирования первых научных знаний всех цивилизаций. Конференция проходит в рамках Международного форума «Астрономия. Всемирное наследие», который предполагает научно-практические конференции, круглые столы, работу по секциям специалистов из России и зарубежья, а также знакомство участников с двумя астрономическими обсерваториями КФУ – Казанской городской астрономической обсерватории и Астрономической обсерватории имени Энгельгарта, где находится как исторический комплекс с ныне действующими телескопами, так и современный планетарий. В рамках конференции будет рассматриваться вопрос о включении в список ЮНЕСКО этого комплекса обсерватории Казанского университета. Знаете, коллеги, вот ваша помощь и авторитетное экспертное мнение представляются чрезвычайно важными для выработки современного решения по потенциалу астрономических обсерваторий Казанского университета как объекта для включения в число мирового культурного наследия. Сейчас сложившийся коллектив ученых, состоящий из специалистов КФУ и Академии наук Республики Татарстан, совместно с международными экспертами приступает к разработке номинационного досье комплекса обсерваторий Казанского университета для последующего их включения в список ЮНЕСКО. В настоящее время эта группа, или как мы называем, университетская команда, приступила к разработке номинационного досье по включению в список всемирного наследия ЮНЕСКО астрономических обсерваторий Казанского университета. Вот передо мной лежит здесь первый проект. И работа группы проходит в непрерывном взаимодействии с ведущими мировыми специалистами в области истории, археологии и реставрации, представителями естественных и точных наук. В КФУ реализуются планы по созданию и развитию Центра космических исследований и технологий, а также научно-просветительского комплекса «Астропарк» с современным планетарием Казанского университета. Эти факты свидетельствуют о том, что традиции знаменитой Казанской астрономической школы успешно продолжаются, получая современное наполнение и сегодня. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.